Сегодня мы традиционно здесь, в Кингисеппе, на месте захоронений воинов эстонского стрелкового корпуса, которые каждый год мы убираем, сажаем цветы. И нужно сказать, что какая-то неразрывная связь между Кингисеппом и Нарвой, особенно по датам Великой Отечественной войны. Сегодня мы были у памятника, где захоронен Игорь Графов, герой Советского Союза. А в Нарве улицы, названные именем Игоря Графова, место, где он погиб, памятник стоит. И погиб он на стороне Наровской реки Нарвы. И эти дни, эти праздники, это дело в том, что некоторые говорят, что вот ветеранов почти мало осталось, к сожалению, они уходят из жизни. И не уйдет ли этот праздник, и эта дата вообще из жизни общества нашего? Но как раз мы считаем, что передающиеся из поколения в поколение традиции в этот день собираться и праздновать, это не просто праздник победы, это день, когда человечество понимает, что борьба с фашизмом, борьба с ультранационализмом, человеконенавистничеством – это чрезвычайно важная вещь. И эта дата, 9 мая, всегда будет таковой для всех поколений. Я хочу поздравить всех с великим праздником, Днем Победы. Thank you.
ребята, представляем Нарвский мотоциклетный МС-клуб «Магнум». С 2001 года у нас клуб действует в городе. Клуб Нарвский, поэтому в нем есть и русские, и эстонцы, и не только. И регулярно, и постоянно в канун 9 мая участвуем в разных мероприятиях. Возлагаем венки, приводим в порядок памятники, захоронения воинам Великой Отечественной войны, погибшим. И вот сейчас появилась возможность приехать в Кингисеппу, поучаствовать в этом мероприятии. Вместе с нами ребята из клуба «Штрафбат» Санкт-Петербургского, которые тоже откликнулись на нашу просьбу и приехали, и помогают. Ребята даже больше нас ведут работу, военно-патриотическую, как она раньше называлась. Они буквально сегодня вернулись из Беларуси. Я являюсь членом военно-патриотического клуба «Штрафбат». Занимаемся мы патриотической темой, скажем так, чтобы люди не забывали, что это такое, что это была страшная война, Великая Отечественная, ну и Вторая мировая. И мы всячески нашим клубам помогаем восстанавливать, ремонтировать, прибираться. Память и истории. То есть как бы восстанавливаем, помогаем, поддерживаем в состоянии, чтобы люди видели и знали, что это такое, что это была за война такая страшная. Спасибо ребятам, что из Эстонии молодцы. Забудьте, что участвуем в реконструкции, боев Второй мировой. Участвуем, да, мы участвуем в реконструкции. Аутентичных мотоциклов, да. Рабочий крестьянск как раз на армии, то есть мы являемся как бы во всех реконструкциях. Активное участие принимаем, то есть, чтобы люди не забывали и помнили, как наши деды, отцы воевали от этой фашистской хунты, скажем так, от нацизма, что ничего не было у нас в стране этого. Да, и горько видеть, что творится на Украине. Потому как народ, который забывает свое будущее, своего прошлого, не имеет будущего, как Платон говорит. Так что Украина нам очень, скажем так, ярко показывает, к чему приводит. Чего приводит вот такие замены. Да. Thank you.